Представим себе зеркальную ситуацию. С территории Мексики российский офицер сбивает российской ракетой американский военно-транспортный самолет над территорией США. Какова реакция? Хорошо, что в Кремле не нервные люди сидят. И спасибо за выдержку лично Путину. Мы всегда сначала долго предупреждаем и разъясняем. Но где тогда остановиться? И каков механизм торможения? Если остались лишь военно-технические методы, то тогда, как вариант, польский аэродром Жешов, что основная перевалочная база для западного оружия для Украины, становится все более очевидной целью. Но сначала нужно все же предупредить и все очень внятно объяснить. Вот тем и занимаемся. Пределы есть.